Всем привет! Дорогие мои друзья, сегодня я вам покажу еще одни наскальные рисунки, вероятно, оставленные гигантами-атлантами, которые жили в нашем Семиречье. Итак, внимание, любуйтесь!
Қолың соз әнді. Оң қолың созшы. А, көрдің бі? У сестренки рост 1,70 м. И до этой лошадки рукой не достает. Сейчас поднимемся вот на эту скалу. Здесь вот здесь тоже рисунки. Вот она.
Рисунки были нарисованы в зависимости от роста человека. Маленькие люди рисовали мелкие рисунки, большие люди, гиганты, большие рисунки. Если вы думаете, что эти рисунки были нарисованы стоя, что вы заблуждаетесь. Все рисунки наносились в сидящем положении. Вот здесь и сказочный персонаж конёк-горбунок. Келевер. Какой большой олень. Келевер, оң жағында. Бара бер. Кішіне қырына бар, қырына бар, тұрғана маған көрмейді. Итак, дорогие мои друзья, на сегодня все, моя съемка окончена. Все свои мнения оставляйте в комментариях. Или можете напрямую связаться со мной по указанному номеру или написать на WhatsApp. До новых встреч на канале. Всего вам доброго. Всего вам доброго.